чешет. Слов нет, одни слюни. И вот так весь бугор. Вот в таком красивом месте. Клубничка пошла. Сейчас только надо мной летал, прям низко-низко. Вот такая красота здесь сегодня. А мне звонят и говорят, давай домой. Быстро, жарко. Как тут пойдешь? Куда идти-то? Если она тут вот так вот кругом. Вон она. Вот она. Вот она. Куда идти-то? Ой. Эй. Кусают меня гады. Вот, смотрите. Это ягодка такая. Вот, куда идти от нее? Пока не соберу, не пойду. У меня тут целый он бугор. Тут работы не початый край, а мне домой говорят, иди. Не, неправильно. Фух, угорел. Последний мой заход сейчас будет. Вот этот крутяк. Он вроде не крутой. Вот я прямо смотрю. А вот вверх. Круто. На нем даже сидеть плохо. Вот я поднимаюсь. Только надо держаться. Кусаются эти гады. Вот такой крутой он. Это кажется легко и просто. А мне уже трудно. Ну, сейчас я доберусь здесь и буду сваливать как раз на бодеечку. Вон березки какие там. Копчики ругаются, дерутся прямо под носом. Напугали один раз даже. Прям рядом. Как давай что-то делить между собой. Орут. Ну все, попер. Смотрите, сколько ее здесь. И там есть. И вон она еще. Если отсюда сюда переехать. Вот она. Вот она. Что, еще подражнить всех? Давайте. Вот еще зелененькая почти. А тут уже спеленькая, ням-ням. А здесь какая? И здесь хорошенькая есть. Вон она. И вот она. И вот она. Все хорошо, одно плохо. Пойдем, едят вот эти вот. Особенно маленькие. Большие, как камикадзе эти оводы. Сядет и ждет, когда его хлопнут. А этот, сука, подлетит, цап-царап и удрал. Вот так вот примерно. Тут можно весь день ее хавать. Вот он тут весь косогорчик такой.
Там березки, он крутой. Я тут еле сижу. Это кажется, что я тут сижу хорошо, оказывается, я тут. Фух. Он крутояр какой. О! Напугать меня хотел. Разлетались они тут. Еще один. Ладно. Но я сегодня доберу эту лужайку. Пока не доберу, домой не пойду. Всем пока. Пока.